Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Но сегодня не понедельник, а четверг, ребята. Да, я немножко запоздал с этим делом, но да ладно. Я думаю, что до понедельника мы все-таки успеем занять Лигу Мастеров. Ну, а сейчас продолжаем. Так, турнир закончился, ребята. Лига Мастеров, 3 звезды у меня. И я забираю свои награды. Так, Микеланджело, 50 ДНК. Ну, вот, что самое главное, ребята, это платиновый осколок, я уже говорил. Причем неоднократно. И сейчас у нас будет очень, очень, ребята, долгий буст, если так его можно назвать. Потому что, как вы все знаете, что в понедельник это одно играть, а в четверг это уже, ребят, совсем другое. Потому что, ну, будет намного сложнее и дольше пробиваться нам к нашему заветному, как говорится, титулу Лига Мастеров. Так, ну что, давай. Наверное, пойдем сразу на арену. Не будем там пока смотреть. Ох, сейчас мы будем с тобой тут пыхтеть. Так, я ищу 11-11. Так, ну и тут, как обычно, ребята, все на изи будет. С самого начала, потому что, ну, 16 уровни у наших противников. Ну и будем, естественно, их наказывать. А наказывать я буду, наверное, ребята, на автобое. Так. Я вот, знаешь, что подумал? Может быть, мне все-таки действительно надо купить новый коврик. Потому что мышка очень часто клинит. Я уже 3 мышки, ребята, протестил. И, по-моему, это именно из-за коврика. Даже вот сейчас видно было, что она немножко подлагивает. Мне такой расклад совсем не нравится, если честно. Коврик, он, наверное, уже давно просто уже запылился, я не знаю, закатался там в какие-нибудь... А, так, подожди, в 11-12, да, было? Вроде промелькнуло где-то вот здесь 11-12. Может быть, конечно, я что-то путаю. Вот, есть такое дело, 11-12. Так, перепрыгиваем. Раз, два, три. Погнали. Мне придется, друзья мои, наверное, играть и днем, и вечером, если мы хотим, как говорится, быстрее продвинуться по лиге. Потому что другого варианта не будет. Слишком много времени упущено. Считай, 4 дня это половина, даже больше половины недели, ребят. Там остается у нас пятница, суббота, ну и воскресенье. Я еще в Лиге Воинов 2 звезды. Блин, мне еще сейчас... Мне еще сейчас очень долго ждать для того, чтобы мне дали 5 бойцов. Ёк-макарёк. Так, ладно, раз, два, три. Давайте, бегите. Блин, да что ж с мышкой-то, а? Нет, все-таки это не с мышкой, ребята, это с ковриком. Либо само полотно на коврике уже заюзанное, может быть. Знаешь, как-то зашоркано, заюзано. Дай-ка я сейчас переверну его. Этот коврик, может быть, на этой стороне будет получше работать, потому что она еще как бы не заюзана. Коврик большой, ребят. Вот. И я его просто перевернул на более такую, скажем, незаюзанную поверхность. Так, давай дальше смотреть. 11-12 было, но не дают. И мы еще до сих пор в Лиге Воинов. И еще до сих пор у нас 3 бойца. Ну куда это годится, а? Кстати, уже, да, уже покомфортнее, кстати. Мышка работает. Да, надо заказать коврик. Ну, я думаю, это ерунда. Он не очень дорого стоит. Просто я хочу такой же коврик, как вот у меня сейчас в данный момент, который идет с подсветкой, с рисунком, с офигенным. У меня на коврике такой монстр нарисован. Как бы, типа 3D-шный. Можно так это назвать. Так, ну что, это мы сейчас перейдем, судя по всему, только лишь в Лигу Воинов 3 звезды. Да куда ты перескакиваешь-то? Давай сюда, раз, два, три. Погнали. Почему, ребят, на автобой? Ну, сам знаешь. Они здесь без меня справятся. Единственное, что, когда я сам играю, я обычно принимаю ульту, а они их вот так вот потихонечку сами добивают. Так, погнали далее. Но Воин 3 звезды. Я даже, знаешь что, я сомневаюсь, что мы сегодня до самураев дойдем. Таким темпом. Хотелось бы, конечно, получить 12-13, но
Но, кажется, это будет сейчас нереально. Они дают 11-12, как всегда, как по-прежнему. И ладно. Раз, два, три. А, вот, у нас уже, друзья, 4 персонажа. Наконец-то будем получать побольше кубков и будем, в кавычках, продвигаться немножечко быстрее. Потому что это ровным счетом никак не влияет. Абсолютно, ребят. Потому что чем выше лигу мы с тобой берем, даже несмотря на то, что мы получаем с тобой очень много кубков, продвижение остается все равно на месте. То есть они как бы уравнивают шансы продвижения, да? И кубки. То есть получается, как бы на начальном этапе тебе дается все это легко. Чем выше поднимаешься ты по лиге, соответственно, тем все это становится сложнее. Даже не в плане боев, а именно в плане продвижения. Так что вот такие. Что тут? Ну, все, нормально. Разобрались. И, соответственно, идем с тобой дальше. Тут, ребята, на днях, считай, с понедельника, да, вот только вчера я смог зайти в Clash Royale. Ой, в Clash Royale, Clash of Clans и Brawl Stars. До этого, ребят, почему-то игра не пустила. У меня там было написано обновить, я обновил игру и перестала. Причем как перестала? Я через VPN, естественно, играю. Вот. И когда запускал игру, у меня отключался VPN. Именно на Clash of Clans и именно на Brawl Stars. А без VPN он пишет, типа, неизвестное местонахождение и тому подобное. 3 дня голову ломал. Думал, да что такое? Что может быть? А потом, не знаю, каким-то чудом вначале зашел в Clash of Clans. Просто там раз 10 кликал. Думал, может быть, все-таки зайдет. Зашел с горем пополам. И зашел потом в Brawl Stars. Но перед этим мне пришлось удалить полностью игру. Полностью ее скачать с Google Play, ну как бы с софа. И только после этого она запустилась. Так что, ребята, сегодня, наверное, будет у меня видос и по Brawl Stars, и по Clash of Clans. Что у нас там еще есть? Так, про второй канал не забываем. И с 1 мая, ребят, я пошел в отпуск. То есть в данный момент нахожусь в отпуске, пока очень сильно расслабляюсь. Ну, в плане того, что не то, что вы думаете, я просто валяюсь, отдыхаю, так сказать, восстанавливаю свое здоровье. Потому что у меня что-то плечи вообще в хлам разбиты, очень сильно болят, ноют, не знаю. Как-то так. Ну и надо как-то потихонечку нам подготавливаться, наверное, к стримам. Если, конечно, это нужно нам. Вот. Также, как я уже говорил, на втором канале тоже что-то будем проходить. Может быть, даже что-нибудь уже глобальное. Может быть, ребят. Я имею в виду не какие-нибудь там простенькие игры, хотя я от них не отказываюсь. Я даже, ребята, в Стиме купил Kingdom Rush. Вот это вот как-то Vigens и Kingdom Rush. Вот эти про героев, короче, которые раньше я играл на у себя на iPad. Ну, как вы знаете, у нас Apple запретил играть в игры из магазина, да, этот Apple Store. Поэтому пришлось покупать в Steam. И перепройти. Перепройти лишь по одной причине, ребят. Там у нас обновление было в игре. Вот. И я хочу дополнение вот это вот пройти. И, кстати, вы видели, да, Kingdom Rush Alliance будет скоро выпущен. Я не помню, по-моему, в сентябре или в октябре месяце. С удовольствием буду ждать, с удовольствием буду, ребята, играть. Так что, если вдруг я забуду, я думаю, что вы мне напомните. Потому что, ну, сам понимаешь, да, бывает всякое. Что-то отвлекся, подзабыл. Вот, а Kingdom Rush, да. Вот, считай, всю серию игр у меня пройдена. Я считаю, что это одна из топовых игр по Tower Defense. Так, ну что, мы перейдем? Да какой там перейдем? Это
Прикинь, мы еще с тобой в элите, даже в три звезды не вошли. О каких самураях? О каких, ребята, самураях может идти речь, если мы уже с тобой семидесятников тратим? Ну, скажи мне на милость. Вот скажи мне на милость. Ну, я тебе скажу следующее. Лучше мы начнем, как говорится, сейчас, чем просто профукаем эту неделю. Нам как раз нужно две недельки, ребят, для того, чтобы получить платиновых осколков для перевода еще одного бойца в платиновый ранг. Чем быстрее мы это сделаем, я вот только единственное, что думаю, да, мы с тобой, например, всех переведем в платиновый ранг. То есть на арене нам уже делать нечего. Мне надо будет только заходить в события, где мы с тобой набиваем эксперты снаряжений. А, как ты знаешь, эксперт снаряжения открывается только в пятницу. Это получается у нас только пятница, суббота и воскресенье будет играбельные дни, потому что до этого там делать нечего. Нам придется искать какую-то альтернативу. Но, может быть, я больше займусь игрой Драконов Саники Олуха. Как бы полнедели в ней, полнедели в черепашках. Нормально будет? Я думаю, что да. А может быть, найдем что-нибудь, какую-нибудь игру аналогичную, и продолжим ее проходить. Тут недавно себе скачал опять же Looney Tunes. Не знаю зачем, но вот недавно посмотрел и скачал игру, как называется там, Walt Disney Battle или как-то такое, я же не помню, или магический. Ну, вы помните, я играл как-то в свое время ее, там то же самое, такая же манера, как у черепашек-ниндзя, только играешь за персонажей мультсериалов всевозможных. Типа как в Looney Tunes, только там вообще со всех мультиков. Диснеевских, естественно. Там и, насколько я помню, и Чип и Дейл, и Аладдин, и что там только нету, и... Да много-много-много, на самом деле, персонажи там тысячи. Их дохренище. Я думал, что у меня аккаунт пропал. Нет, ребята, аккаунт у меня на месте. Единственное, что клан, который я создавал, естественно, меня с него скинули. То есть я теперь не глава, а зам. Даже не зам, а просто участник клана. Ну, такое бывает, когда ты открываешь какую-то игру, да, создаешь клан. И если ты, естественно, в этой игре долго не присутствуешь, тебя автоматически убирают с поста главы. Вот. Так что я ничего против не имею. Просто зайдем, освежимся, посмотрим, скажите, как она вам понравится, не понравится. Потому что многие, наверное, зрители на моем канале впервые. Хотя и очень много олдов, чему я очень рад. Мне очень приятно, что зрители остаются на моем канале не день-два посмотрел, а именно годами. Это, ну, я считаю, что самая настоящая преданность. Это понимаешь, что это интересно людям. Вот. Так что посмотрим, что мы там с тобой будем делать. Может быть, еще какие-нибудь новиночки глянем. То есть, как бы, планы-то, конечно, грандиозные. А вот реализовать их немножечко проблематично. Слушай, мы с тобой уже фиг знает. У нас уже бойцов нету, а у них всего лишь 34-й ранг. Вот, прикинь, в понедельник ты не поиграл, во вторник прозевал, в среду проспал, в четверг заходишь, проходишь весь путь своими персонажами и доходишь только лишь до 34 ранга. И смех, и грех. Но зато, по крайней мере, хотя бы мы с тобой в самураях. Здесь есть один, ребята, плюсик, я уже говорил о нем, что когда мы, например, тут не играем. Так, давай, наверное, сделаем так. Вот, например, сегодня поиграл, да? Вечером зайду, меня не скинут сразу же с моего места. То есть, может быть, скинут, но не так сильно, как это, например, было бы в понедельник, да? Если ты доходишь там до Лиги Мастеров, во вторник ты уже заходишь, ты опять уже в Лиге Самураев. Здесь будут скидывать, но не так сильно, потому что уже как бы неделя, полнедели прошло, уже как бы места все закреплены. Вот. И продвижение, естественно, в игре идет очень медленно. Поэтому... Ой, подожди, дай-ка я тут сам, наверное, валуном сейчас звездану. Ну, это чтобы просто отыграть, ребят, всех бойцов.
прекрасно. Вот. И по поводу Kingdom Rush пишите, ребята, хотите? Единственное, что это будет у меня прохождение этой игры на моем втором канале, ну, на ПК игры. Хотя в первый раз я проходил на этом канале. Так, ну что, заходим в магазин. Давай-ка мы заберем с тобой Мондагека. Отлично. Так, здесь у нас серия испытаний. Серия испытаний. Давай сюда зайдем, наверное. Возьму Донателло, Зека, Бакстера, наших маузеров и, наверное, крокодила. Кожеголовый. Такс. Ну, я думаю, что, наверное, сделать можно вот так для начала. Зек хорошо ему, да? Нокаутировал. Так, минус маузер и минус второй. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас... Ну, давай смертельную волну, наверное, сделаю. И бомбочку. Да, блин. Ну-ка. Дай им крышка. Все. Так, здесь мы прошли. Но больше, в принципе, как бы у нас ничего не остается. У нас только лишь в пятницу, насколько я помню, открывается испытание. Усаги против хитрости нам не надо. Нам нужно будет, вот, ребята, платиновая хитрость. Будем ее бомбить. Так, а теперь пойдем-ка... Так, сразиться в сложных боях, в легких боях. Где наш крысиный король? Как он там? Отлично, ребята, 95 уровень он зарабатывает. И переходим на Донателло. Донателло, так, мы ему... Ага. Три. Три номера нужно найти. Так, один есть. Второй. Третий. Три номера. Единственное, что хватит ли у меня финансов. Хватает. Да, хватает, ребята, прокачать до шестой ступени. До предпоследней. Так. Здесь, чтобы прокачать, нужен, ребята, нам 70 уровень. Давай тогда, наверное, вот это попробуем. Так, три наушника нужно найти. Как всегда, с этим проблема у нас. Нам дают зеленые колбы, всякую ерунду. Одни есть. Да что ты со своей зеленой колбой? Ну хорош уже. Ты посмотри. Ну это издевательство уже какое. Давай здесь попробуем. Так, одни есть. Вторые. Так, нам нужны третьи наушники и... Да господи, ну давай мне третьи наушники. Ну все, три наушника, ребят. Так, что у нас по телепортам? 41 телепорт. Блин, 41 телепорт остался. Так, и 4 пульта. Блин, я с наушниками переборщил. И 4 пульта. Один. Два. Ну... Три и последний. Хватит у меня, интересно. Все, ребята. А на прокачку 1000 нужно. Как раз, ребята, есть у меня финансы. И прокачиваем до третьей ступени. Отправка сообщения. Так, забираем здесь награды. Подожди, подожди, подожди. А что там? В плане сразитесь в сложном режиме. Я что, не сразитесь? Я же... Сейчас слушай, а нам с тобой 75. Нам не надо, ребята. Вот, 325 осколков у нас. То есть в конце недели, в понедельник, мы уже с тобой качаем в платиновый ранг. Тогда, друзья мои, пишем в комментах, кого будем дальше прокачивать в платиновый ранг. Но я говорил вам, ребят, что я больше, наверное, склонялся бы к мутагеноиду. Вот у меня есть такое желание почему-то его прокачать.
Кто-то мне еще-то говорил, что хороший персонаж, у которого есть две атаки. Я... А, нет, Леонардо уже прокачан. Блин, у меня из головы вылетело. Слушай, я не знаю, кто у нас там еще остался хороший персонаж с массовыми атаками. Нет, есть у... Вот у этого Рокстеди массовая атака — это горелка, которую он поджигает противников. Ну, у этих есть гранаты. В общем, пишите в комментариях, кого будем переводить. Так, что я там хотел? Я хотел... Хватит ли мне мутагена? Вот в чем проблема-то. Хватит ли у меня мутагена? Ну, чтобы... Даже не мутагена, друзья мои. Не в мутагене здесь дело, а... В пицце. И если пиццы не хватит, то... Я не смогу здесь ничего сделать. Так, ладно, давай, Донни, глянем. А, вот здесь вот. 28 пицц. У нас 14. Не успею я, друзья мои, сделать этого. Блин. А тут у нас не то. Ладно, я тогда вечером, друзья мои, все равно добью в любом случае. Потому что 10 баксов на дороге не является. Плюс 100 мутагены. И 3 отката. Придется еще тогда вечером, так сказать, доделать это задание. А на сегодня, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!